точнее больше, но с худшими последствиями. В общем. А, ты когда бухал? Всем привет, дорогие друзья. С вами Илья Мэдисон, и это очередной футбольный подкаст для футбольного моего канала относительно вылета сборной России по футболу. Но я уже много записал на эту тему, то есть и про Фабио Капелло я очень много говорил. Кто подписан на мой канал, кто следит за моими подкастами, тот совершенно, я думаю, не удивлен этому результату. Я говорил о том, что ничего не выйдет еще, наверное, после...